Ежегодную выплату от Министерства финансов могут также получить 2400 евро в два платежа от Climbs Conference. Мы неоднократно об этом говорили, но за последние несколько недель мы получили массу обращений от тех пожилых людей, которые до сих пор не получили анкеты. Эти анкеты необходимо заполнить, чтобы Climbs Conference перечислила эту сумму. Вот только из Хайфы мы сегодня получили список из 100 имен. В ближайшие дни мы постараемся опубликовать как можно более подробную информацию о том, что делать тем, кто эти анкеты до сих пор не получил. А пока поговорим о тех, кто эти анкеты получил. Редакция интернет-сайта «Движение за достойное будущее» опубликовала подробные инструкции о том, как эти анкеты заполнять. И мы беседуем с редактором сайта, который называется «Пенсия УЛИМ», «Движение за достойное будущее», Игорем Коганом. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Инструкции на самом деле очень и очень подробные. Давайте для тех, кто анкеты еще не получил, скажем, на каком языке вообще нужно заполнять эти анкеты? Окей. Прежде всего, для тех, кто анкеты не получил, я хочу просто их успокоить, что нервничать не надо, анкеты вы все равно получите, может быть, немного позже. И кроме того, самый главный момент – на анкете, которую вы получите, безусловно, там написано, что заявка на получение вот этой дополнительной выплаты может быть подана вплоть до 31 декабря 2022 года. Поэтому время у вас есть, и, пожалуйста, не волнуйтесь. Вы за это время наверняка получите, но я утрирую, вы получите, конечно, не за это время, а, надеюсь, за ближайшие там 5, 10, может, 15 дней. Просто действительно в Climbs Conference очень много работы сейчас, потому что надо готовить массу заявок, число этих заявок измеряется несколькими сотнями тысяч. Окей, теперь, наверное, давайте перейдем к тому, как заполнять анкету. Это для тех, кто ее уже получил, или для тех, кто ее получит, я не сомневаюсь, вскоре. Угу. Прежде всего, инструкция опубликована на нашем сайте. Сайт называется pensiaolim.org. Ну, знаете, для тех, кто не успел записать, я думаю, это подавляющее большинство, скажу, что найти его довольно просто. Достаточно в любом поисковике ввести запрос «Пенсии репатриантам в Израиле» на известном вам всем русском языке. И одна из первых ссылок, которую вы получите на любом поисковике, будет как раз ссылка на наш сайт. Да, на нашем сайте, значит, который, кстати, можно смотреть не только на компьютерах стационарных или так называемых лэптопах, ноутбуках, можно смотреть их на планшетах, можно смотреть на умных телефонах, на смартфонах, то есть можно смотреть везде, и там вы периодически можете получать информацию по целому ряду проблем, интересных именно для пожилых репатриантов, прежде всего тех, кто использует русский язык как основной. Ну и, да, с вашего позволения, я перейду к делу. На первой странице, главной странице нашего сайта, там есть ссылка. Я выделил ее специально, значит, сейчас она выделена тоже красным цветом, где написано «Подробная инструкция по заполнению анкеты». И эта инструкция, значит, я сейчас по ней пробегу галопом. Дело в том, что анкета, которую вы получите, она будет состоять из 5 листов. Или 5 страниц, потому что каждый лист, он напечатан на одной стороне, поэтому это идентично. Первая
страница, она имеет чисто информационный характер. Там ничего заполнять не надо, но это не значит, что ее надо сразу указать в мусорную корзину. Вообще информация на русском языке. А, да, вы правильно заметили. Я думаю, что подавляющее большинство пользователей получит информацию на русском языке. Извините, анкету. Получит анкету на русском языке. Те же, кто получит анкету на иврите, ну, надо как-то тогда просить помощи у людей, знакомых с обоими языками. Но, опять же, подчеркиваю, что надеюсь, что львиная доля, там не буду говорить, сколько процентов, получит анкету на русском языке. Вот она как раз сейчас передо мной, и она на русском языке. Итак, первая страница, еще раз, это страница информационная, ее там ничего не надо заполнять, ее надо прочитать, но тем не менее надо прочитать внимательно. Там есть ряд пунктов, на которые стоит обратить внимание и которые дадут ответы на ряд ваших вопросов. В частности, там описан процесс отсылки заполненной анкеты. Он, правда, там еще в одном месте, в другом описан, но тем не менее. И там целый ряд общих моментов, с которыми стоит познакомиться. Следующий, второй лист, да, и, к сожалению, должен отметить, я не понимаю, почему, на мой взгляд, это некое, может быть, небольшое, но упущение, эти листы не пронумерованы. Поэтому они просто сложены по порядку. Их не так много, но тем не менее. Итак, следующий, второй лист, это уже тот лист, с которым надо работать. И первый же вопрос на этом втором листе, он вызывает у некоторых наших слушателей, у некоторых репатриатов вызывает, в свою очередь, вопросы. Потому что это информация о компенсации, где предлагается не заполнить, подчеркнуть или, наоборот, зачеркнуть, отметить два квадратика, да и нет, которые относятся к лицам, которые получают пенсию от какого-либо фонда германского, либо которые этой пенсии не получают. Хочу еще раз подчеркнуть, что речь идет о ежемесячной выплате. Те, кто получили одноразовое пособие из Германии от Клеменс Конференц, я уже забыл, там, может, 1200 тоже было, что-то в этом духе, те не должны подчеркивать здесь пункт «да». То есть еще раз, пункт «да» подчеркивают только те, кто каждый месяц получают компенсацию от фонд, который называется Hardship Fund. Я думаю, что, к сожалению, таких немного. Дело в том, что действительно тут очень много пунктов, в основном это личные данные, но у нас, к сожалению, сейчас не очень много времени остается. Я хотела вам задать вопрос о пункте, который точно вызовет достаточно много проблем, и мы уже слышим по этому пункту немало вопросов. Нужно заполнить банковские данные и международный номер банковского счета. IBAN. Что это такое и как его получить? Ну что, Яна, не вбрось в глаз. Я вам чуть написал, тоже в инструкции написал, что это, пожалуй, самый важный пункт. Потому что если он заполнен неправильно, вы просто не получите денег. Значит, там несколько есть подпунктов. Это название банка, адрес банка. Эти пункты заполняются, можно заполнять на русском языке. Причем, на мой взгляд, тоже не совсем грамотно, не адрес банка, а адрес отделения банка, в котором в котором находится ваш счет. Причем этот адрес надо начинать с номера отделения. Вот обратите внимание. То есть, если у вас счет в банке, скажем, Леуни,
и ваше отделение там в Иерусалиме имеет, скажем, там номер 902, то вы должны название банка написать «Банк Леуни», адрес банка, ну, тот, где находится это отделение, но начать с того, что СНИФ на иврите или бранч по-английски, или просто отделение, скажем, номер такой-то, и далее идет адрес. Далее вот то, о чем, что вызывает наибольшие вопросы, это международный номер банковского счета, так называемый IBAN, International Bank Account Number. Это номер, который вы, естественно, не знаете. Он есть сегодня на некоторых новых чековых книжках, но там его довольно трудно вычерпать, потому что он там неудачно записан в самом низу и так далее. Короче говоря, для того, чтобы выяснить этот номер, нужно либо позвонить в банк, либо пойти в свое отделение, в свой СНИФ, и там вам его дадут. Это некая последовательность цифр, довольно длинная, 34 или 36, которая включает в себя полную информацию, по которой вас может найти любой банкир из любой точки земли. Значит, там уже закодировано и имя банка, и номер вашего счета, и целый ряд там приходящих моментов. Ну, я говорю, в 34 или 36 цифр можно напихать много. Так что не мучайтесь, просто идите в свое отделение банка или звоните по справочному своего банка, и там вам дадут этот самый IBAN. Я должен сказать еще один момент, который тоже вызывает массу вопросов. Ну, там номер счета, это все понятно. У нас, к сожалению, не остается времени, потому что мы рассчитывали еще дать некоторую информацию в нашей программе сегодня. Поэтому я рекомендую всем зайти на сайт «Пенсия Олим» и именно на этом сайте получить всю подробную информацию, самую подробную инструкцию, как заполнять эти анкеты. Ну что ж, я согласен с вами. Спасибо вам большое, главный редактор сайта «Движение за достойное будущее». Спасибо вам большое.